Штраф за колеса не по сезону составит 2000 рублей. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по транспорту и строительству. По сообщению агентства «Уралинформбюро», российских автомобилистов будут штрафовать за нарушение требований эксплуатации шин и колес. Новые нормы касаются использования лысой резины зимой, а также шипованных покрышек в летний период. 18 октября 2016 года Комитет Госдумы Российской Федерации по транспорту и строительству поддержал соответствующий законопроект, одобрив штраф в 2000 рублей. Ожидается, что новые требования вступят в силу до конца текущего года, а необходимые изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Пока российское законодательство не предусматривает отдельные штрафные санкции за использование несоответствующих сезону шин и колес.